Серёга, ты кто со своими ногтями возишься? Сэмми, моим рукам нужно безупречно выглядеть в кадре. Тогда я тоже должен выглядеть безупречно. Но я что-то не помню, чтобы мы поддерживали свежий цвет моего слаймового лица. Да ладно, ты ведь отлично высыпаешься. Что? Высыпаюсь? Я уже забыл, когда нормально спал, ведь ты перестала петь мне колыбельные на ночь. И для здорового сна тебе нужно только это? Ну, еще было бы неплохо. Ни слова больше. Этот робот для сна исполнит тебе красивую мелодию. А это точно поможет? Однозначно. Я научный музыкальный аппарат. Меня зовут Орфей АМ-601. Привет, земляне! Сью, мы будем коробку рассматривать или собирать моего робота? Сэмми, мне нравится твой настрой. Давай откроем. 3, 2, 1, поехали! Как тут много разных деталек! Будет интересно! Вау, да это же целый новый мир для творчества! С уникальным дизайном! Серьезная головоломка получается. Но с такой подробной инструкцией мне ничего не страшно. Хотя процесс точно не будет простым. Я могу руководить этим процессом. Дай мне, пожалуйста, инструкцию. Ага. Прежде всего нужно начать. Сэмми имел в виду, что сначала нам нужно достать детали. Выдавим их и начнем сборку. Вот так. Теперь, когда все детали готовы, можно приступать к сборке. Во-во-во, не стоит торопиться, Сьюзан. За дело берется великий декоратор. Внимательно изучив объект, я понял, что ему не хватает цвета. Ты прав. Давай сделаем его ярким. Наш робот будет ярко-желтым, как солнышко. Еще чуть-чуть, и наша первая деталь будет готова. А сердечко сделаем розовым. Эта деталь такая же розовая, как Сэмми. Ой, сердечко получается супер милым. Ребята, поставьте лайк, если вы согласны. Сьюзан, скажи, а на всех роботах весной распускаются листочки? Нет, Сэмми, только на нашем. Он у нас необычный. Давай покрасим их зеленой краской. В природе это хлорофилл. Он ловит солнечный свет и вырабатывает питательные вещества для растений. Да, а при низкой температуре он разрушается, поэтому листья осенью желтеют и опадают. Сэмми, меня очень радуют твои познания. И? Но идею с декорированием подал ты, так что следи за моими руками. Тебе нужно будет собрать и покрасить детали точно так же. Когда это великому мастеру требовался совет ученика? Наши зрители глазом не успеют моргнуть, а детали уже будут готовы. Ребята, поддержите Сэма лайком и постарайтесь не моргать. Итак, все детали готовы. Теперь приступим к сборке. Наверняка наш великий мастер уже все сделал. Сэм! Я слышу звуки усердного труда. Думаю, нужно проверить, что происходит. Сэмми, ты спишь, что ли? Нет-нет, я просто вдохновляюсь. Мне кажется, ли у тебя усы от вранья отклеились? Я просто считал детальки. Раз деталька, два деталька, три... Сэм, за что тогда зрители поставили тебе лайк? Ой, ребята, сейчас исправлюсь и в одно мгновение все сделаю. Интересная деталь получилась. Это щупальце нашего робота. Нужно соединить его с этой деталью, которая послужит основой. Отлично! А здесь нам потребуется чуть больше внимания и творческой мысли, которые нам очень пригодились, когда мы красили детальки. А вот эти симпатичные штучки соединят основные части. Эта деталь, похожая на виолончель, будет вот здесь. Супер! Хоп! Соединяем обе детали и получаем полноценную руку робота. А вот и я! Как и договаривались, я собрал руку! Какой ты молодец, Сэмми! И еще одну секунду! Ерба, Сэм, моя миссия – спасти человечество от нашествия конфет. Сэм, ты съедаешь конфеты быстрее, чем их успевают производить.
Просто я отлично справляюсь со своей миссией и очень качественно собираю детали для робота. Только вот покрасить не успел. Ничего страшного, сейчас мы это исправим. Немного магии. Вот это я называю эффективной и слаженной работой. Точно, Сэмми. Самая важная часть робота – музыкальное сердце. Этот ключик поможет нам подобрать мелодию. Пара оборотов, и музыка начнет играть. Теперь нужно закрепить его в центре корпуса. Берем отвертку и немного подкручиваем. Отлично! Давайте подберем мелодию в соответствии с цветом нашего сердца. Сью, доверь это мне. Я лучше всех знаю, как музыка соотносится с цветом. Ну что же, держи, маэстро. Слава уже у моего порога. Так, похоже, за техническую часть отвечаю я. Мне нужно собрать все эти детали к приходу Сэма. Соединив эти детали, мы получаем механизм блокировки. Проверим, как он работает. Отлично! К основанию корпуса мы присоединим вот эту деталь. Позднее сюда будут крепиться ноги робота. Вот так! Идеально! Добавим еще один серебристый элемент и закрепим наш результат вот такой деталькой. Осторожно! Готово! Совсем скоро мы будем присоединять руки. Но сначала давайте подготовим все для важного события. Вот так. Теперь у нас есть все, что нужно. И вот так мы присоединим руку робота. Осталось только ее закрепить. Вот для чего нужна была эта необычная деталь. Вау! Мне нравится результат. Думаю, уже пора прикрепить моторчик. Прекрасно! Наш робот растет на глазах, и он настоящий красавец! Сьюзи! Наша музыка будет играть самыми яркими цветами! Сэмми, это невероятно! Ты настоящий повелитель красок! Осталось приклеить пару деталей. Сьюзи, это твоя работа! Ты же у нас инженер-конструктор! Да, здесь нужно быть очень внимательным! Немного капнем клеем вот так. И поместим круглую деталь. А эта покрашенная шестеренка пойдет внутрь. Наша передняя панель почти готова. Теперь ее можно прикрепить к роботу. Мне так нравится, что у нас получается. Осталось совсем чуть-чуть. Круто! Теперь аккуратно соединяем верхнюю конструкцию с нижней. И закрепляем их. Ребята, у меня есть для Сэма еще один сюрприз. Благодаря ему наш робот будет светиться. А через это отверстие мы будем включать фонарик. Заключительный шаг – это голова нашего робота. И в ней будут вот такие симпатичные шестеренки. Ставим деталь на ее законное место и надежно закрепляем. Немножко элементов декора и маленькие, но важные детальки. А теперь я проверю, будет ли механизм двигаться в такт музыке. Святые пироженки! Что это за прекрасная мелодия? Терпение, Сэмми! Совсем скоро ты сможешь услышать ее полностью. Еще пара деталей, и робот будет готов. Кстати, ты очень вовремя. Вообще-то это мое, но для робота мне ничего не жалко. Здорово, Сэмми, потому что наш робот готов! А вот и антенна для приема сигнала из космоса. И, конечно, растения. Спасибо, Сэмми, без них никуда.
Одно прикрепим сюда, а второе будет тут. Сьюзи, робот готов, я готов. Где же моя колыбельная? Сэмми, нам осталось только сыграть ее. Заводим механизм, включаем подсветку и наслаждаемся нашей мелодией. Это же моя любимая песня! Я сейчас вернусь. I love you, baby, and if it's quite alright. Сэмми! Сью, это и правда лучшая колыбельная! Я не заметила, как уснул! Все для тебя, Сэмми! Теперь ты будешь таким свеженьким! Это уж точно! Здоровый сон мне обеспечен! Ребята, поставьте лайк, если вам понравился наш робот и его колыбельная! И не забудьте поделиться этим видео с друзьями! И подпишитесь на наш канал! Пока-пока! Спокойной ночи! Ой, я хотел сказать, скоро увидимся!